Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, дорогие друзья. Я рад вас приветствовать. Меня зовут Ульянов Олег. Я живу в Испании. Несколько лет занимаюсь золотым бизнесом с компанией Goldex. Строю с этой компанией действительно успешный, интересный бизнес. Сегодняшнюю презентацию буду проводить я. И перед началом давайте с вами традиционно проверим звук. Пожалуйста, поставьте в чате плюсики, либо оценку от 1 до 10, как у нас идет звук. То есть звук есть. Хорошо, дорогие друзья, без эха, то есть нормальный чистый звук, чтобы я был уверен. Нормальный звук идет? То есть эха нет, все хорошо. Окей. Итак, спасибо, дорогие друзья. Ну что ж, тогда мы начинаем. Отлично, спасибо. Тогда мы начинаем. Особенно я хочу поприветствовать новичков, тех, кто у нас сегодня первый раз на конференции, то есть я буду, конечно, ориентироваться больше на них в информации. Сегодня будет новая информация, интересная. Перед началом я напомню два простых правила поведения здесь у нас в конференц-зале. Первое. Здесь запрещено давать свои контактные данные, скайпы, имейлы, телефоны и прочее, прочее. Кто будет нарушать это правило, я буду удалять из конференц-зала навсегда. Больше к нам этот человек никогда не войдет. И второе правило, оно же пожелание, когда вы пишете вопросы в чат, пожалуйста, используйте красивые, солидные выражения, чтобы соответствовать серьезным людям, которые здесь собрались. Итак, дорогие друзья, на время самой презентации я отключаю свое видео, чтобы вы на меня не отвлекались, больше сосредоточились на информации. Итак, сегодня я хочу вам рассказать действительно о полезной, о деловой информации, поделиться этой информацией. Она в свое время заинтересовала меня, я думаю, заинтересует и вас, уверен просто в этом. Речь у нас сегодня пойдет о золоте, речь пойдет о деньгах, как зарабатывать деньги на золоте и в золоте сохранять и приумножать заработанные. Сразу скажу для новичков, что это не Форекс, не какие-то вклады, не ставки, не игры на бирже, не какие-то виртуальные акции, только реальные деньги и настоящее золото. Почему именно золото? Золото – это, без преувеличения, это легендарный металл, это металл богов и королей. Золото – это ценность с незапамятных времен. Да, золото – ценность у любого народа, у любой нации, любой страны, с любой политикой, любой экономикой. Тот, у кого есть золото, тому всегда сопутствует престиж, уважение, богатство. Этот драгоценный металл – это символ роскоши, благосостояния, восхищения. И потому, да, мы носим именно золотые украшения. Золото – это вечный металл для вечных отношений, и потому именно из золота сделаны наши обручальные кольца. И именно золото мы дарим самым дорогим нам людям. Золото – неотъемлемая часть портфеля каждого инвестора и самый важнейший элемент мировой финансовой системы. Оно не подвержено инфляции, не обесценивается, на него не влияют никакие финансовые кризисы. И в отличие от бумажных денег, этот благородный металл, он действительно надежно защищает сбережения, его можно сохранять, накапливать, передать по наследству, ну и в случае необходимости очень легко превратить в деньги, то есть очень легко его продать. В 2010 году меня заинтересовала возможность выгодно приобретать золото в слитках и при этом получать очень высокую прибыль. За те 4,5 года, что я занимаюсь этим бизнесом, партнеры в моей структуре приобрели в собственность более 3 тонн настоящего реального инвестиционного золота и заработали при этом более 100 миллионов евро, чем я очень горжусь. Ну, сейчас команда зарабатывает почти 5 миллионов евро в месяц. Для чего я это вам показываю? Да, специально показываю, чтобы вы видели, что здесь, ну, действительно настоящее золото, что тут действительно люди хорошо зарабатывают. Зарабатываем мы все это благодаря интернет-магазину, который называется mGoldex. Да, что это за фирма, что это за магазин, чем он занимается, что предлагает своим клиентам. mGoldex – это предприятие электронной коммерции по торговле драгоценными металлами.
На европейском мировом рынке предприятие работает с 2010 года. Начинало как дубайская фирма Emirates, MGoldex, прошу прощения, MGoldex Trade DMCC. Сейчас, вы знаете, совет директоров компании принял решение о расширении торгового предприятия в компанию, которая зарегистрирована в Швейцарии и регулируется законодательством Швейцарии. Ну и, соответственно, находящуюся в мировом финансовом центре, там же в Швейцарии, в Женеве. Интернет-магазин MGoldex действительно работал уже в течение практически 5 лет, да, представлял услуги, сотрудничал с нами в течение вот этого всего времени. И все это время главным поставщиком золотых слитков для нас являлась компания MGoldex Trade DMCC. Но благодаря эффективной работе интернет-магазин вышел уже на мировой уровень, стал международной компанией, бизнес, объем торговли существенно выросли, поэтому руководство приняло решение о расширении предприятия в компанию, зарегистрированную и находящуюся под юрисдикцией Швейцарии. С настоящего времени компания не занимается торговлей дубайскими слитками, а торгует только слитками, золотыми слитками, ну, главных швейцарских и европейских фирменных марок. Поэтому для предприятий больше нет необходимости в поставках DMCC из Дубая, то есть деятельность там остановлена, ну, постепенно останавливается. Лицензия еще действует до мая месяца, но компанию продлевать не будет. И теперь торговля золотыми слитками ведется через компанию, находящуюся в Швейцарии. Обслуживание, поддержка, да, доступ к качественному золоту, которым мы обладаем как клиентом MGoldex, будет, конечно, продолжаться, но уже через модернизированную структуру швейцарской компании, а не DMCC. То есть интернет-магазин MGoldex переехал в Швейцарию. И поставщиком золота для клиентов компании теперь является акционерное общество, которое называется Global Swiss Trade SA. Да, вот здесь у вас, пожалуйста, есть регистрационный номер. Это предприятие находится в Швейцарии, вот по этому адресу, в Женеве. А почему именно выбрали для, скажем, для основного предприятия именно Швейцарию? Ну, если быть очень кратким, то у Швейцарии это круто, что тут говорить, так оно и есть. Да, Швейцария – это страна с самым высоким уровнем жизни населения в мире, с одной из самых надежных экономик в мире, ну и, соответственно, с очень высокоразвитой финансовой системой. Швейцария – это, ну, символ, просто символ серьезного бизнеса, старейших в мире банков точнейшего времени и идеально корректных расчетов. Вот это все Швейцария. Для нас, для клиентов, есть в этом также большой плюс, потому что Швейцария имеет более 60 конвенций об избежании двойного налогообложения, в том числе и с такими странами, как Австралия, Австрия, Бельгия, там, Великобритания, Венгрия, Германия и так далее, и также Южная Корея, Япония, Россия, то есть со всеми этими странами нет проблем с избежанием двойного налогообложения. В этом для нас большой плюс. Ну и, конечно же, Швейцария – это золотой центр мира. Если Дубай – это золотой центр Ближнего Востока, то Швейцария – это золотой центр всего мира. Швейцария перерабатывает, ну, порядка 70% мирового золота. В Швейцарии находится 4 из 6 аффинажных заводов, которые входят в Good Delivery List. То есть это специальный список аффинажных заводов. И сертифицированы они Лондонской ассоциацией участников рынка драгоценных металлов, так называемая ассоциация ЛБМА. То есть так вот 4 из 6 таких заводов находятся в Швейцарии. Помимо вековых, действительно вековых исторических золотых традиций, конечно, в Швейцарии имеется вся необходимая инфраструктура, все необходимые сервисы. Несколько лет назад главная такая лоббистская группа золотой индустрии, Всемирный совет по золоту, базировались в Швейцарии, а именно в Женеве. В Женеве расположены штаб-квартиры многочисленных международных организаций.
европейское отделение ООН, ВТО, ВОЗ там, и так далее, и так далее. Ну, Женева также является мировым финансовым центром. То есть, ну, одним словом, на мой взгляд, очень замечательно, великолепно, что компания теперь располагается в Швейцарии. Это круто. Ну и благодаря нейтралитету Швейцарии бизнес теперь можно вести буквально по всему миру, принимать клиентов из любых стран. То есть, если вы знаете, когда компания находилась в ДМСС, она не имела права принимать клиентов из тех же Арабских Эмиратов. Сейчас такой проблемы нет, то есть буквально из любой страны компания может принимать клиентов. Итак, что предлагает MGoldex? Для физических и юридических лиц MGoldex предлагает безналоговую покупку, безналоговую продажу инвестиционного физического золота в слитках и размещение золота на ответственное хранение в сертифицированных хранилищах Европы. На сегодняшний день услугами компании пользуются, ну, более уже 700 тысяч клиентов из 200 стран мира. Конечно, у компании есть свои цели. Она к ним идет, она их выполняет, и цели эти следующие. Ну, первое, конечно, поскольку компания является торговым предприятием, первая цель – это получение прибыли от торговли драгоценными металлами. Второе – это приобщение людей к культуре владения золотом. То есть это важный момент для компании, она также к этому стремится. Ну и третье – это предоставление любому человеку, независимо от его места проживания, независимо от его материального положения, предоставление возможности приобретать настоящее золото и получать при этом неограниченный доход. Отмечу, что предприятие занимается исключительно инвестиционным физическим золотом, не ювелирным золотом. В отличие от обезличенных металлических счетов и в банках, то есть вы знаете обезличенные металлические счета или каких-то цифр на бирже, где вместо золота вам предлагают воздух, физическое золото – это настоящее реальное золото, которое можно взять в руки, положить в карман. Инвестиционное золото означает чистое золото, которое начинается с пробы 995, ну и выше. MGoldex предлагает своим клиентам золото высочайшей пробы 999,9. В ассортименте золотых слитков лучших, ведущих мировых аффинажных заводов. Это Хераеус, Германия, Аргор Хераеус, Швейцария, Пертминт, монетный двор Австралии, Мюнце Остерайх, монетный двор Австрии. То есть вот такие слитки предлагает своим клиентам компания MGoldex. Настоящее чистейшее золото высочайшего качества, высочайшей пробы. В онлайн-магазине, да, компании представлены слитки весом от 1 до 100 грамм, которые учитывают, ну, финансовые возможности буквально любого покупателя, начиная от самого небогатого и заканчивая очень состоятельными людьми. То есть вы можете приобрести, допустим, для себя 1 грамм золота за несколько десятков евро. А можете купить слитков хоть килограмм, пожалуйста, это уже на десятки тысяч евро. То есть деньги, приобретайте. Для этого достаточно быть клиентом онлайн-магазина и получив рекомендацию от уже действующего покупателя. Для солидных, амбициозных людей, для тех, кто стремится к большим деньгам, желает получать высокий дополнительный доход, предлагается возможность построения карьеры и международного золотого бизнеса в рамках и на условиях компании MGoldex. Карьера состоит из 12 карьерных ступеней, базируется на принципах классического линейного маркетинга и на распределении прибыли предприятия по карьерным уровням. Карьерный успех и рост ваших доходов здесь напрямую зависит от эффективности вашей работы. Ну, что, собственно, справедливо. То есть, чем лучше человек работает, тем он больше и зарабатывает. Здесь это так. При построении карьеры предоставляется полная свобода, нет ограничений по времени, нет никаких начальников. Карьера позволяет строить, ну, действительно международный бизнес. За то короткое время, что я занимаюсь золотом с MGoldex, я объездил, ну, столько стран, сколько не объехал за всю предыдущую жизнь. Во многих побывал и по нескольку раз. Это и Россия объехал,
Вот от Новосибирска до Пятигорска, Украина, Германия, Польша, Чехия, Болгария, Испания, Турция, Италия, Кипр, Греция, Крит, не знаю, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Эквадор, Бразилия. То есть огромное количество стран, действительно международный бизнес. Золото и деньги понятны людям везде, в любой стране мира. И для этого бизнеса, ну, границ просто не существует. Золото, ну, конечно же, очень прибыльное занятие, и тому, кто им занимается, оно, ну, безусловно, добавляет спокойствия, респектабельности, надежности, солидности. Так было и будет всегда. Золото в мире бизнеса, это, знаете, это как Бугатти в мире автомобилей. Да? То есть это вне конкуренции. Ну, здесь сразу огорчу любителей каких-то там копеечных пассивных доходов, чтобы их сразу отсюда отсечь. Знаете, когда иностранцу говоришь о пассивном доходе, он заводит разговор о доходах с авторских прав, аренды недвижимости, о ценных бумагах, от бизнеса, потому что он понимает, он знает, что это и есть пассивный доход. Но наши люди почему-то так извернули понятие пассивного дохода, что считают пассивным доходом это один раз вложить 100 рублей, 15 минут времени и всю оставшуюся жизнь получать миллионы. Вот если вы думаете, что здесь такое же, то дальше можете не смотреть. Такого я вам предложить не могу. Для людей разумных, для тех, кто понимает, что для достижения высокого уровня жизни надо приложить усилия, надо выстроить бизнес и затем только получать от него солидный пассивный доход, скажу, что такие люди зарабатывают здесь в МГОБЭКС очень хорошие деньги. Ну, если более точно, то золото на очень хорошие деньги, потому что МГОБЭКС платит золотом. Вот скажите, вам когда-нибудь в жизни платили чистым золотом? Наверное, вряд ли. А вот в МГОБЭКС такое есть. Итак, чтобы не быть голословным, пожалуйста, перед вами скриншоты, реальные скриншоты клиентов, ну, тех клиентов, кто сознанием дела строит здесь карьеру, да, вот такие доходы, то есть десятки тысяч евро в месяц. Доходы такие можно увеличивать из месяца в месяц, из года в год, ограничений нет. Для кого-то, да, такие деньги кажутся фантастикой, просто фантастикой. Да, они, знаете, так говорят, да, мне бы такие деньги, хотя бы раз такие получить, да, я бы сразу все проблемы решил. Машину купил, за ипотеку отдал, там, и так далее, и так далее. Ну, я вам говорил в самом начале, что речь у нас пойдет о золоте и реальных деньгах. Но сейчас я констатирую лишь факты, а факты вещь упрямые. Такие доходы здесь закономерны. Закономерны. Ну, если кто-то внимательно присмотрелся, да, вот к этим цифрам, особенно к датам, то он может сказать, да, что ты там тут показываешь, это 2014 год, что ты нам тут старье впариваешь. Ну, чтобы быть совсем объективным, пожалуйста, вот скриншот, свежий скриншот по сегодняшнюю дату. Доходы клиентов, кто строит в компании карьеру также. Ну, здесь с 14-го, да, примерно до сегодняшней даты, то есть примерно за 3 недели, более 42 тысяч евро в месяц. То есть такие доходы здесь закономерны, абсолютно закономерны, потому что все, кто работает с золотом, становятся богатыми людьми. Это факт, так оно и есть. Поэтому, если вы стремитесь действительно к большим деньгам и обеспеченному будущему, то у нас есть что вам предложить. Но сегодня мы не будем подробно говорить о преимуществах карьеры. Это отдельно интересная тема. Сегодня речь пойдет о том, как можно быстро, ну, буквально за 2-3 недели приобрести свои первые золотые слитки, заработать свои первые несколько тысяч евро, а затем планомерно увеличивать свой доход. Для этого вам не потребуются какие-то специальные знания, особые навыки. Это может делать каждый. У меня в структуре клиенты в возрасте от 18 до 85 лет, от студентов и домохозяек до бизнесменов и пенсионеров. И они прекрасно здесь зарабатывают. Обязательные условия – это наличие компьютера и интернета. Если вы новичок и не знаете, что делать,
мы вас научим, было бы желание. Для этого у нас есть готовая обучающая бизнес-платформа. Здесь не надо ходить в университет, не надо тратить 5 лет жизни, чтобы потом зарабатывать копейки. Здесь нужно потратить на обучение несколько дней, чтобы зарабатывать сразу 3-4 тысячи евро в месяц, а затем наращивать и наращивать свой доход. Нет предела совершенству. Как я и сказал, было бы желание. Итак, MGoldX торгует золотом, и приобретать его здесь можно двумя вариантами. Итак, слева можно покупать слитки за счет собственных средств, любые слитки на любую сумму в любом количестве. То есть есть деньги, пожалуйста, покупайте золото сразу, сколько пожелаете. То есть минимально 1 грамм, максимально без ограничений. И второй вариант справа. Можно приобретать те же самые слитки, да, наборами. Наборами. Золото в каждом таком наборе на 7000 евро. Можно оплатить и получить весь такой набор сразу. Можно его оплатить в рассрочку на условиях частичной предоплаты. Остаток клиент доплачивает или своими собственными деньгами, или полученными от компании бонусами. Именно на возможности приобретения золота за бонусы в специальной бонусной программе компании я остановлюсь подробно и покажу, что на этом можно заработать и какую прибыль можно получить. Итак, бонусная программа. Первую бонусную программу в 80-х годах прошлого века применила компания American Airlines. Что она сделала? Своим постоянным клиентам вместо скидок на билет она стала начислять бонусные мили. Прошло короткое время, да, и сегодня бонусные программы есть, ну, наверное, у каждого. Есть у транспортных и телефонных компаний, есть у торговых предприятий, отелей, у автозаправок, банков и даже соцсетей. Ну, наверняка многие из вас имеют бонусные карты каких-то супермаркетов, АЗС, кто-то покупает за бонусы авиабилеты и так далее. Почему бонусные программы столь популярны? Ответ очень простой. Они помогают расширять рынок сбыта товаров и одновременно финансово поощряют клиентов. Бонусная программа MGoldX разработана именно для таких целей, то есть увеличить объемы продаж драгоценных металлов и одновременно дать возможность клиентам получать высокий дополнительный доход в маркетинговой программе. Насколько высокий доход? Ну, чтобы не быть, опять же, голословным, вот перед вами реальные скриншоты, сколько зарабатывают клиенты в бонусной программе. Я не буду утверждать, не могу утверждать, что ваш доход будет точно такой же. Он может быть ниже, может быть выше. Это уже зависит от вас. Я лишь констатирую факты. Итак, я подошел к главной теме. Что надо делать? Для того, чтобы приобретать золото в MGoldX, вам нужна рекомендация от уже действующего клиента и регистрация как покупателя в онлайн-магазине. Вы получаете свой персональный офис, откуда будете управлять своим заказом, своим золотом, своими деньгами. Ну, полагаю, что здесь у нас все взрослые, адекватные люди, и вам не надо объяснять, что логин и пароль для входа в личный офис – это конфиденциальные данные. Поэтому, дорогие друзья, никогда и никому не предоставляйте свой логин и пароль. Ваш офис здесь, да, это как банковский счет, только серьезнее, потому что золото это больше, чем деньги. Итак, после регистрации, пожалуйста, можете заказывать и приобретать для себя золото. Или обычным способом, или наборами слитков, да, как мы говорили, через маркетинговую программу. В самой маркетинговой программе есть несколько видов заказов на разные наборы слитков. Я покажу, на мой взгляд, самый лучший вариант, да? Вариант, который позволяет покупать золото и зарабатывать деньги быстро. Этот заказ называется Golden Link, представляет из себя набор швейцарских золотых слитков от Argor Heraeus. Общая стоимость слитков в таком наборе 7000 евро. Если вы оплачиваете весь набор сразу, да, вы получаете свои заказные слитки и право на участие в маркетинговой программе. Все последующие покупки у вас идут с учетом бонусов.
Если нет возможности оплатить 7000 евро сразу, да, то можете это делать на условиях частичной предоплаты, которая составляет 15% от суммы заказа, то есть 1050 евро. Это минимальная предоплата. Можно делать, конечно, большую предоплату, но минимум 15%. Данные условия гарантируют исполнение обязательств как со стороны продавца, так и покупателя. Итак, вы сделали заказ на набор золотых слитков стоимостью 7000 евро. Получаете вот такой счет. Счет – это действительно важный для продавца и покупателя документ, и предназначен он для оплаты товара. Здесь в счете перечислен заказанный вами набор, количество слитков, вес, цена, общая сумма, да, указаны данные продавца, данные покупателя и реквизиты для оплаты. Оплату, согласно выставленному счету, можно делать через обычный банковский перевод. Деньги поступают где-то в течение 2-3 дней, можно оплачивать картами, Visa, MasterCard, оплата зачисляется мгновенно в этом случае, или можно оплачивать через электронные платежные системы, оплата также зачисляется мгновенно. Итак, как только от вас поступила оплата, или может быть полная оплата сразу за весь заказ, или частичная предоплата, как мы говорили, 15% от суммы заказа, ваш заказ принимается к исполнению и размещается в маркетинговой программе, в специальной таблице учета, которая на русском языке называется «Стол заказов». Торговые фирмы производят компьютерный учет своих клиентов, как правило, в виде текстовых баз данных, то есть текстом записывают клиентов. Это, конечно, удобно для торговых фирм, но не для клиентов. MGoldex применяет вот такой табличный метод учета, ориентированный именно на клиента. Для чего? Чтобы покупатель всегда, в любой момент времени, видел, на какой стадии исполнения находится его заказ. То есть это ориентировано на клиента, для его удобства. Итак, заказы по мере поступления размещаются всегда в верхний уровень. То есть вот это 4 места, любое из которых вы можете занять, и это не влияет на дальнейшую скорость ваших возможностей, потому что сюда, в таблицу, поступают заказы и от новых клиентов, которые только начинают программу, и поступают заказы от постоянных клиентов, которые покупают здесь золото не один десяток раз и не один год. То есть вы можете начать свою программу сегодня или завтра и занять место в таблице, где после вас могут разместиться заказы и постоянных клиентов, и вы будете точно на таких же правах, что и они, получите то же самое золото, что и они, и ту же самую доходность, что и они. То есть условия здесь для всех одинаковые. Как происходит выполнение заказа? Сразу отмечу, что в таблицу могут размещаться клиенты только по рекомендации тех, кто уже в этой таблице находится, и никак иначе. Итак, очень просто. Вот представим себе, что Игорь – это тот человек, который вам порекомендовал программу, дал вам вот эту уникальную информацию. Вам понравилось, да, вы зарегистрировались, оформили заказ, на основании выставленного счета сделали предоплату. Ваш заказ автоматически размещается над тем человеком, который вам порекомендовал программу. Да? То есть, вот вы, пожалуйста, вы здесь над своим человеком, который вам порекомендовал программу. Далее, да, вам понравилась информация, вы рассказали друзьям, знакомым, сказали, есть уникальная возможность быстро заработать хорошие деньги, получить прекрасные слитки золота. Конечно, кто-то из ваших знакомых, безусловно, захотел также это сделать. Его заказ размещается на свободное место, да, допустим, Влад встанет рядом с вами, его заказ. Далее сделала рекомендацию Лаура, Катрин там порекомендовала программу своим знакомым, Кэти, Ирис там встали на свободные места в эту таблицу. Все, таблица заполнена заказами. Клиент с нижнего уровня, да, получает свое золото. Вы перемещаетесь в следующий уровень, да, также заполняется верхняя четверка заказами. Клиент с нижнего уровня получает золото. Вы перемещаетесь в следующий уровень. Да, заполняется заказами верхняя четверка, все, на этом вы получаете свое золото, на этом ваш заказ
Исполняется. То есть достаточно все просто. Итак, заполняется заказами верхний уровень, клиент с нижнего уровня выходит на бонусное вознаграждение, получает свое золото, и вы постепенно перемещаетесь к исполнению уже своего заказа. То есть все работает достаточно просто. Итак, весь заказ состоит из двух половин, из двух частей. За первую половину вы получаете 3000 евро бонусов и, соответственно, золото на эту сумму. Далее, без всяких доплат, проходите вторую половину заказа и получаете еще раз золото на 4000 евро бонусов. Всего на 7000. Все, на этом ваш заказ выполнен полностью. Вы купили, да, а компания продала вам золотые слитки на 7000 евро. И заметьте, что здесь в этой же сумме находится ваша предоплата, ваши 1050 евро, они никуда не делись. Естественно, что из этой общей суммы начислений есть удержание, потому что торговые предприятия, в том числе и MGoldex, работают за счет прибыли от продажи товара. Да? И как только вам продано золото, фирма получает 15% своей прибыли. Отмечу, что эта прибыль идет на финансирование тех клиентов, кто строит здесь карьеру, и на дополнительные поощрения успешных покупателей. То есть компания тратит эту прибыль с умом, очень разумно. Но возникает, конечно же, вопрос. Если предприятие всю свою прибыль отдает клиентам, да, то на чем оно само зарабатывает, с чем оно остается? Секрета здесь никакого нет. Скажу, что MGoldex постоянно продает и покупает золото и, соответственно, зарабатывает на разнице цен покупки и продажи. То есть предприятию этого вполне хватает. Итак, дорогие друзья, чтобы у вас была полная ясность. Мы заказываем набор золотых слитков. На основании выписанного счета делаем один единственный раз предоплату, размещаем заказ в таблицу, выполняем определенную программу, я сейчас о ней скажу. И получаем, соответственно, свое бонусное вознаграждение, свое заказное золото на 5950 евро. Кто-то проходит этот путь за месяц, кто-то за неделю, кто-то за день. Есть и такие клиенты, кто приобретает вот таким образом золото по нескольку раз в день. Такие клиенты действительно есть. Итак, вы выгодно приобрели настоящие реальные золотые слитки. Это подтверждается документально. Вот таким счетом на покупку. Все золото находится в вашем хранилище, да, является вашей собственностью, и всем этим золотом вы можете распоряжаться, оно ваше. Какие есть варианты, как можно своим золотом распорядиться? Вариантов несколько, пройдем все по порядку. Первое, можно заказать почтовую доставку золота, пожалуйста, либо к себе домой, либо на любой указанный вами адрес. Но, здесь есть одно но. Почтовая доставка производится компанией только в те страны, где нет НДС и таможенных пошлин на ввозимое инвестиционное золото. Например, в России, в странах СНГ, к сожалению, до сих пор такие налоги существуют. Есть и НДС на ввозимое золото, есть таможенные пошлины. И поэтому компания в эти страны золото почтой не отправляет, чтобы не вступать в конфликт с законодательством. По Евросоюзу, в другие страны, пожалуйста, там никаких проблем. Доставка осуществляется застрахованной почтой, поэтому сохранность ваших слитков она гарантирована. Следующий вариант. Можно получить золото лично или по доверенности, например, в Мюнхене, в Европейском репрезентативном офисе компании или в Женеве, Швейцарии. Золото вам доставят из сертифицированного хранилища. При этом, дорогие друзья, отмечу, что вы не обязаны приезжать за каждым купленным слитком. Не надо этого делать. Можете просто держать золото на ответственном хранении, да? Это как раз третья возможность, то есть компания такие возможности предоставляет, ответственное хранение, накопить какое-то нужное вам количество, сколько вам надо, килограмм, 2, 5, 10, а затем просто приехать и забрать слитки в любой удобный вам момент. Хранение платное, 0,1% в месяц от суммы хранящегося золота. Сколько это в деньгах, да, чтобы было понятно. Итак, если у вас на хранении, скажем, золото на сумму 3000 евро, то стоимость его хранения составит 3 евро в месяц. Это стоимость чашки кофе. При этом сюда входит и страховка вашего золота, потому что закон обязывает сертифицированные хранилища иметь обязательную страховую защиту. И в случае порчи или утраты, что в принципе невозможно в хранилище, но тем не менее, в случае порчи или утраты, страховая компания возместит вам полную стоимость. Банки
Такой страховой защиты не имеют. И при хранении в банковской ячейке, в случае какого-то малейшего намека на банкротство банка или, не дай бог, отзыв у банка лицензии, что сейчас происходит сплошь и рядом, вы можете свое золото просто больше не увидеть. То есть банк закроется, и вы туда больше никогда не войдете. Поэтому MGoldEx размещает золото на хранение исключительно в сертифицированных хранилищах с банками, с какими-то банковскими ячейками. Компания никаких отношений не имеет. А потому что надежность – это наивысший приоритет для компании. Размещать золото на ответственное хранение я рекомендую, ну, прежде всего, тем клиентам, в чьих странах и городах нет подходящих условий для хранения золота. Да, допустим, я столкнулся с такой проблемой, ну, когда жил еще в Германии, там абсолютно нет проблем с хранением золота, разные варианты есть. Ну, когда я переехал в Испанию, казалось бы, да, страна Евросоюза, все хорошо, но здесь огромные проблемы с хранением. То есть нет сертифицированных хранилищ, там, да и банки-то большинство не имеют никаких ячеек. Поэтому, если у вас такие же проблемы возникают, пожалуйста, можете воспользоваться услугами, которые предоставляет MGoldEx. То есть размещать золото на ответственное хранение через MGoldEx. Вторая категория клиентов, кому могу порекомендовать размещать золото на ответственное хранение, это те клиенты, ну, кто хочет, знаете так, спокойно, конфиденциально, без каких-то там долгов и кредитов накопить себе золото на солидный автомобиль, на дом, на учебу детям или себе на безбедную старость. Да, да и просто держать сбережения в золоте – это гораздо надежнее, чем в долларах и евро. Итак, MGoldEx будет хранить ваше золото, пока вы его не заберете. Дальше на ваше усмотрение можете заключить или свой собственный договор с хранилищем, или просто хранить слитки в любом другом месте по вашему желанию. И четвертая возможность, как распорядиться золотом, это золото продать и получить за него деньги. Так делают, ну, очень много клиентов, особенно в самом начале. Это совершенно нормально, это оправдано, потому что золото на первых порах не так нужно, деньги нужнее, да, поэтому клиенты свое золото просто продают. Золото можно продать в банки, фирмы, торгующие драгметаллами, ювелирам, в ломбард и так далее. Но если вы не хотите бегать и искать, кому продать слитки, то всегда можете продать свое золото назад компаниям MGoldEx. Да? Причем по самым выгодным ценам. Компания слитки у вас гарантированно купит, это четко прописано в договоре. Сделка по продаже слитков подтверждается также документально, это обязательно, то есть вы получаете акт о приемке вашего золота и на его основании получаете мгновенную оплату на ваш внутренний счет. Далее можете вывести эти деньги уже на любой свой банковский счет или на свою карту в любую страну мира, куда вы пожелаете. Для удобства вывода денег компания предлагает своим клиентам международную банковскую карту First Swiss Card. Можете заказать прямо ее из, эту карту из своего личного офиса в разделе «Мои финансы», пожалуйста. Вместе с картой вы получаете счет в Европейском банке и возможность производить быстрые и надежные денежные переводы физическим, юридическим лицам, пожалуйста, через онлайн-бэнкинг, получаете контроль за всеми операциями через мобайл-бэнкинг, круглосуточную мультиязычную поддержку, в том числе на русском языке. Ну и, конечно, самой картой вы можете оплачивать товары, услуги, в том числе в интернете, снимать наличные в банкоматах в любой стране мира. То есть очень великолепная возможность. Такую карту, First Swiss Card, я рекомендую клиентам, у кого еще нет своей международной карты, да, нет счета в Европейском банке, и также всем, кто, ну, по той или иной причине не желает афишировать поступление денег на банковский счет в своей стране. Ну, такие клиенты есть. Это не какое-то сокрытие налогов, с налогами здесь все в порядке, мы сейчас об этом поговорим, но иногда клиенты просто не хотят показывать, сколько денег они получают от продажи своего золота. Ну, я думаю, это нормально. Но даже если вдруг, скажем, такая ситуация, если вы перечислили на свой обычный счет, допустим, в Россию, где-то у вас счет в Сбербанке, вы перечислили туда какую-то сумму от продажи своего золота, и если вдруг ваш банк задает вопрос о поступивших на ваш счет деньгах и просит, к
какой-то подтверждающий документ, откуда, на основании чего поступили деньги, то такие документы у вас есть. В личном офисе у вас всегда имеются все документы, все счета на покупку, все акты на продажу золота, все это есть. Просто берете их, распечатываете и показываете. То есть, говорите, вот здесь я купил золото, да, вот здесь продал, и деньги, да, покупатель перевел мне на мой счет. То есть все законно, все вопросы снимаются мгновенно. Ну, могу здесь добавить, что кроме вывода денежных средств, предусмотрены и обратные операции, то есть ввод денег на свой внутренний счет, ну, то есть можете переводить деньги на свой внутренний счет в MGoldex и уже самостоятельно покупать любые слитки, пожалуйста. Также клиенты иногда спрашивают, могу я продать золото сразу вот после первой половины заказа, не дожидаясь, когда заказ будет исполнен полностью. То есть вот прошел один цикл, да, один стол заказов. Можно продать это золото? Конечно, пожалуйста. Да. Это ваш заказ, да. Это золото, это деньги, это такое же имущество, как и любое другое. Поэтому у вас есть полное право владения, пользования, распоряжения своим имуществом. То есть, иными словами, свое золото, свой заказ вы вправе продавать, когда хотите, сколько хотите, можете подарить, можете свой заказ переоформить на другое лицо, можете его завещать, передать по наследству и так далее, то есть как хотите. Итак, дорогие друзья, то есть, как видите, возможности по управлению золотом и финансами компании предоставляет очень широкие, действительно очень широкие, ваши деньги, ваше золото, они буквально всегда под рукой. Допустим, для себя лично я использую все плюсы, которые есть в MGoldex. Это и покупка золота за бонусы, и хранение, и обратная продажа золота. Допустим, покупаю золото через маркетинговую программу, накопил какое-то нужное количество, продал, купил себе Lexus. Покупаю золото дальше, еще накопил, продал, да, компания мне перевела деньги, купил себе дом в Испании. То есть очень удобно, надежно и 100% законно. Отмечу также некоторые важные моменты, те преимущества, которые есть здесь у нас у клиентов. Первое. Золото в бонусной программе мы получаем по очень выгодной цене, потому что она без НДС и без каких-то прочих скрытых налогов. Иногда, знаете, клиенты мне говорят: да, ну что, я там сейчас пойду в Сбербанке себе золото куплю. Я говорю, пожалуйста, сходите, купите, да, но при этом вы заплатите за то же самое золото на 25% дороже. То есть вам еще туда накрутят НДС и, соответственно, комиссию банка 7-8%. Поэтому по сравнению с другими возможностями, ну, цена на золото в MGoldex действительно очень выгодная. Второй важный момент. Даже если цена на золото вдруг упадет, то для нас это выгодно, выгодно. Наш заказ определен фиксированной суммой. Да? То есть мы заказываем золото на фиксированную сумму. И чем ниже цена на золото в момент покупки, тем больше золота мы покупаем. То есть для нас это выгодно. Знаете, вот эти колебания цены, цена поднялась, упала, это выгодно для тех, кто играет в игрушки на Форексе, там, на биржах, там что-то они вот. Сегодня цена упала, завтра поднялась, 5 копеек они заработали. Для нас это абсолютно все равно. То есть для нас наоборот, чем ниже цена, тем больше золота купим. И третье, самое главное, это, конечно же, высокий доход. Обратите внимание, дорогие друзья, мы с вами делаем предоплату за заказ 1050 евро, а золото получаем на 5950. То есть доход наш 4900 евро. Вопрос теперь, нужно ли платить вот с этого дохода налог? Нет, не нужно. Ваш доход в золоте здесь – это ваши бонусы. Бонусы не облагаются налогами ни в одной стране мира. Россия в этом плане немножко чуть отставала, но в 2012 году Минфин России, Федеральная налоговая служба, признали бонусные программы абсолютно законными. Да, более того, четко разъяснили, что при покупке товаров за бонусы никакого дохода, подлежащего налогообложению, не возникает. То есть никакие налоги с этого платить не нужно. Кому интересно, можете записать вот этот документ, да, как он называется, номер, дату. Я специально остановлю на некоторое время.
Запишите, кому интересно, можете найти в интернете, почитать. Но для вас я вот уже сделал здесь короткую выписку. Итак, еще какой важный момент. Клиенты спрашивают, хорошо, я купил золото, да, а как мне его ввозить? Некоторые недалекие люди, которые вообще не понимают абсолютно там ни в золоте, ни в финансах, ни в чем, да, но строят из себя очень умных, такая категория людей имеется, знаете, они заявляют, надо какие-то лицензии, чтобы ввести, да надо то, да надо все. Полный абсурд, ничего этого не надо. Пожалуйста, есть четкое разъяснение, да, комиссии таможенного союза, в настоящее время она называется по-другому. Да, можете также записать вот этот документ, кому интересно, покопайтесь, найдете, почитайте. Физические лица могут ввозить, пожалуйста, драгметаллы, в том числе золото в слитках, без всяких ограничений. Пожалуйста, можете ввозить. Это документ касательно таможенного союза Россия, Казахстан, Беларусь. В эти страны можете возить сколько хотите, но есть ограничение на беспошлинный ввоз. Возить по количеству сколько хотите, но беспошлинно, допустим, в Россию, в эти страны можете возить беспошлинно, без налогов, золото до 10 тысяч евро. То, что свыше этой суммы у вас золото, да, там уже накрутят вам НДС, накрутят таможенные пошлины. Поэтому, когда вы будете возить золото, допустим, в Россию, возите золото до 10 тысяч евро. Все, никаких НДС, никаких налогов, никаких пошлин. То же самое с вывозом. Пожалуйста, следующий слайд. Можете вывозить. Никаких проблем. То есть все законно, все прозрачно, все прекрасно. Итак, идем далее. Прибыль от покупки золота. Достаточно легко посчитать, то есть сколько мы получаем дохода, когда покупаем золото в бонусной программе. Итак, мы делаем предоплату за заказ 1050 евро, приобретаем золото на 5950, чистая прибыль наша, как мы посчитали, 4900 евро в золоте, доходность при этом, пожалуйста, 4,8, ну можно умножить на 100%, получаем 480%. Ну, для тех, может быть, знаете, кто сетевики классические, они привыкли к скидкам, они другого ничего не понимают, да, то есть, к сожалению. Ну, им можно объяснить так, что золото обойдется им со скидкой 82%. Это, конечно, не скидка, скидок на инвестиционное золото не бывает, в принципе не бывает, да, но реальные 82% я назвал, чтобы вы понимали свою выгоду. Прибыль от такой сделки, да, ну, как видите, почти пятикратная. Много это или мало? Да? Давайте с вами прикинем легко. Большинство различных направлений бизнеса, разные, торговли, услуги, рестораны, кафе и так далее, довольствуются прибылью, ну, примерно 10-15%. У нас 480%. У них 10-15%. Добыча нефти, полезных ископаемых, до 35% прибыль. Казалось бы, выгодно, да? Большинство торговых предприятий в Европе работают за 7-8% прибыли. Считают очень хорошо, да? Поэтому ради эксперимента, если вам интересно, ну, я думаю, у каждого есть какие-то знакомые бизнесмены, конечно, не олигархи, да, ну, а обычные бизнесмены, просто подойдите к ним ради интереса и предложите им бизнес с доходностью, ну, скажем, 50%. Он будет доволен, вы просто вот посмотрите на него, да. Скажите ему про прибыль 100%, он будет счастлив просто. Покажите ему прибыль 200%, да, что он на каждый евро получит в два раза больше. Этот бизнесмен, он порвет любого и все сделает, чтобы столько заработать. Здесь мы получаем 480% прибыли, да, без налоговой. И при этом, вот за 4,5 года, я ни разу не видел, чтобы кто-то из наших клиентов переработал или чтобы падал от усталости. Ни разу такого не видел. Если вам, дорогие друзья, нравится такая доходность, такая прибыль, а такое нравится всем,
то можете получать ее здесь постоянно, циклически. Каким образом? Можете просто пролонгировать свой заказ, да? В этом случае старого вознаграждения автоматически минусуется 1050 евро, как предоплата для нового цикла покупки, и ваш заказ, соответственно, идет дальше за следующим комплектом золотых слитков и за новой прибылью. При этом, дорогие друзья, обратите внимание, как здесь работают ваши 1050 евро. Смотрите, вы сделали предоплату один единственный раз, получили золото почти с пятикратной прибылью, оставили дальше те же самые 1050 евро и получаете прибыль дальше. Удобно это? Конечно, выгодно, но, пожалуйста, считайте сами. Если для кого-то 1050 евро может быть большие деньги, и человек не может сделать такую предоплату, но при этом имеет огромное желание зарабатывать, таким клиентам компания дает замечательную возможность. Можно начать не с 1050 евро, а всего лишь с 375 евро. Да? Это заказ мини, Golden Link Mini. Ну, мини он называется, потому что стоимость слитков в заказе небольшая, ну и, соответственно, предоплата небольшая. Вот этот заказ мини состоит из одного цикла покупки, да, то есть из одного стола заказов, не двух, как в обычном заказе, а только из одного. И позволяет клиенту приобретать золото на 1050 евро. По завершении заказа, вот такого заказа, у клиента есть три варианта на выбор. Он может забрать золото, закончить заказ, или может продолжать свой заказ циклически, да, а также может без всяких доплат перейти к главному заказу Golden Link, то есть перейти к более серьезным деньгам, к более серьезным доходам. В этом, собственно, его основное назначение, вот этого заказа мини. Это, знаете, такой стартовый трамплин для людей с небольшим достатком, чтобы они могли перейти, ну, как я сказал, к более серьезному заказу и получать более высокие доходы. Ну, у меня просто нет сомнений, что вот этот заказ мини, он позволяет начать здесь зарабатывать золото и деньги любому человеку, любому. Ну, уверен, что один раз 375 евро для бизнеса, который приносит тысячи и десятки тысяч евро в месяц, ну, при желании может найти каждый. У меня в этом просто нет сомнений. Ну, давайте с вами посмотрим на жизнь реально, просто реально. Какой бизнес можно начать с 375 евро или даже с 1050 евро? Вот возьмите 1000 евро и пройдитесь по своим знакомым, кто занимается бизнесом или предпринимательством, просто скажите вот им, у меня есть 1000 евро, и я хочу с этими деньгами начать бизнес с нулевым риском, и чтобы в первый же месяц, да, заработать 5000 евро. И посмотрите, что они вам ответят. Что можно сделать на 1000 евро? Вот скажите, что можно? Открыть приличное кафе, да, пиццерию, парикмахерскую, ларек, может быть, для торговли или магазинчик небольшой. Но для этого нужно не 1000 евро, а раз в 10 больше, наверное. И хорошо, если, да, за год отобьете вот эти вложения в обычный бизнес. Если будете работать по 16 часов в сутки, вдобавок там, к подорванному здоровью получите головную боль от пожарников, от налоговой, от конкурентов, шанс прогореть, потерять последнее. В M-Goldex такого нет в принципе. Здесь нельзя даже потерять сделанную за золото предоплату. Ее нельзя даже потерять. Да? При этом здесь нет никаких складов, нет никакой арендной платы за место там, на рынке, нет торговых помещений, там нет наемного персонала, связанных с ним, там, соцотчислений, зарплат, налогов, воровства. Нет отчислений для предпринимателей. Я не знаю, сколько сейчас в России, 36 тысяч рублей каждый год. Да? Даже ведете вы деятельность, не ведете, будьте любезны заплатить. Здесь такого нет. Не надо следить за сроком годности товаров. Не надо реализовывать там продукцию и так далее. При этом стартовый капитал здесь, ну, для бизнеса незначительная, доходность просто космическая. Поэтому, дорогие друзья, ну, расценивайте этот бизнес как бизнес без риска, да, который подходит, ну, буквально каждому. Буквально каждому. Любой человек может здесь начать, ну, действительно, с минимального стартового капитала в 1050 евро, даже в 375 евро,
остаток до 7 тысяч компенсировать своей работой, то есть рекламируя золото, рекламируя услуги компании, а затем наращивать и наращивать просто свой доход. У меня в команде тысячи людей, кто за полгода, за год, вот благодаря золоту, да, вот этому бизнесу, накупили крутые автомобили, квартиры, расплатились с долгами и ипотеками, просто значительно улучшили свое финансовое положение. То есть все это работает, это факт. И эти люди, они не хуже и не лучше вас, они такие же, но они это делают, и вы это сможете. Если, конечно, у вас серьезные намерения. Почему я говорю о серьезных намерениях? Потому что золото – это вещь серьезная, это дорогой металл и стоит больших денег. Но M-Goldex – это не благотворительная организация, чтобы раздавать золото направо и налево. А бонусная программа разработана не для всех, а только для тех клиентов, кто хочет здесь зарабатывать. И бонусные вознаграждения мы получаем не за красивые глаза, а за работу, за рекламу товара и за успешные рекомендации. И вот эти бонусы, которые мы получаем в чистом золоте, они не являются безвозмездными. То есть это не за бесплатно. И начисляются они только при выполнении определенного условия, да, а именно за расширение клиентской базы как минимум на 2 новых покупателя. То есть что это значит? То есть я лично в течение никем не ограниченного и определенного только мною времени, я должен минимально 2 людям порекомендовать приобретать золото в M-Goldex. Или обычным способом, или через бонусную программу. То есть все просто. Ну, кто-то дает бонусы там, на условиях «приведи друга, получи час разговоров бесплатно». Здесь порекомендуй золото 2 друзьям и получай циклические золотые слитки на 5950 евро. Все справедливо. То есть бизнес есть бизнес. Нашли хорошего покупателя, получайте бонусное золото. Вот это условие по минимально 2 лично рекомендованным покупателям выполняется 1 раз, выполняется в самом начале, а затем засчитывается вам на все время вашего заказа, то есть на все последующие циклы вашего заказа. То есть 1 раз надо выполнить вот это минимальное условие. Если это минимальное условие у вас не выполнено, то бонусы вы, конечно, не получаете по завершении полного цикла покупки. Просто такому клиенту на его предоплату приобретаются золотые слитки, и он выбывает из программы. У его рекомендателя, соответственно, снимаются минус 1 рекомендованный покупатель, полученное на предоплату золото, вот таким образом, то есть если клиент не сделал никаких рекомендаций, да, полученное золото клиент может, как всегда, забрать, может продать, забрать деньги, как ему больше нравится, да, или может при желании возобновить свой заказ, поскольку выбывает он из программы не навсегда, тоже такая возможность есть, возобновить заказ. Если вы вообще не хотите делать рекомендации, то есть не хотите рекомендовать золото, не хотите рекомендовать услуги компании, то бонусная программа вам не подходит. В этом случае можете просто покупать золото за собственные деньги через обычные традиционные покупки. 2 личные рекомендации, это, скажем так, самый минимум, да, то есть с этого просто все начинается, да. Вот здесь, да, на этом слайде, я просто хочу вам показать вот эти все плюсы, которые здесь есть. То есть, как я говорил, бизнес абсолютно доступный каждому. То есть бизнес без риска, можно начать с минимального стартового капитала, да, при этом условия для начисления бонусов минимальные, рентабельность 480%, рисков никаких нет. И тот товар, продукт, который мы покупаем для себя здесь, это инвестиционное золото. Не ржавеет, не окисляется, не обесценивается, срока годности нет, легко продать в любой момент, растет в цене со временем. То есть одни плюсы. Если кто-то видит минусы здесь, в этом бизнесе, пожалуйста, после презентации через несколько минут я открою чат, напишите вот эти минусы, если вы их здесь видите. Итак, как я сказал, с первых 2
рекомендации, все только начинается. Да? То есть две рекомендации – это самый минимум. Конечно, ну, надо делать больше рекомендаций. У меня, допустим, ну, за то время, что я занимаюсь этим золотым бизнесом, более 130 лично рекомендованных покупателей. Поэтому 2 – это, ну, это, конечно, не предел, это самое начало. Итак, первые две рекомендации. Если они у вас есть, да, то вот с них как раз все только-только начинается. Итак, вот здесь, смотрите, вы внизу, ваш заказ внизу здесь на схемке. Вы выполнили свой заказ полностью, то есть прошли обе половины заказа. При этом у вас есть 2 рекомендованных лично вами клиента, может быть и больше, да, но хотя бы 2. И дальше хотя бы по 2 от них, то при выполнении своего заказа за 60 дней вы получаете свое золото на 5950 евро, плюс вот такой великолепный подарок от компании Goldex, крутые позолоченные часы, да, они с логотипом компании, действительно очень качественные, делают их в Швейцарии специально по заказу компании. Такие часы вы нигде не купите, это эксклюзивная вещь, но как подарок, да, от компании вы такие часы получить вполне можете. Если вы ставите перед собой благородную задачу заработать не только самому, но и помочь заработать своим людям, которых пригласили в бизнес, то здесь перспектива уже намного интереснее, потому что здесь начинается, ну, кое-что поинтереснее. Итак, вы получили свое первое вознаграждение в золоте, то есть прошли свой первый стол заказов, да, получили свое первое золото, при этом помогли получить первое вознаграждение хотя бы 2 своим лично рекомендованным клиентам, и затем все вместе помогли получить первое вознаграждение по 2 клиента от них, то в этом случае вы получаете, конечно же, свое золото плюс вот такие лидерские часы в подарок. Но здесь самое интересное, вы начинаете строить карьеру. То есть с этого момента у вас начинается карьера. Еще раз, дорогие друзья, да, условия для начала карьеры. Получить свое первое бонусное вознаграждение, помочь 2 своим лично рекомендованным сделать то же самое, да, заработать первое золото, первые деньги, и затем всем вместе помочь их людям. Все очень просто. И с этого момента вы начинаете строить карьеру. Какие доходы приносит карьера, я вам показывал в самом начале. То есть достаточно серьезные деньги можно зарабатывать. Вот. Поэтому, дорогие друзья, сразу ставьте себе высокую цель. Стать лидером, да, начать карьеру и подняться по карьерной лестнице на самую вершину. Если вы стремитесь быть лучшим из лучших, да, то вам компания, ну, как бы дарит особое признание, награды в виде ценных подарков, золотых слитков, золотых кулонов, там, шикарных призовых круизов, ну, и право предоставлять компанию за границей на международных конференциях и семинарах. Допустим, вот есть такой интересный приз, клуб 50, клуб 100, за 50 лично рекомендованных клиентов вы получаете 50-граммовый слиток золота в подарок, и далее за каждого 10-го, там 60, 70, 80, 90, еще по 10 грамм слитки. За 100 лично рекомендованных клиентов вы получаете 100-граммовый слиток золота в подарок, и далее за каждого 10-го по 10. То есть такие вот призы, подарки в компании есть, также их можно получить, ну, при хорошей активной работе. Также компания премирует своих успешных лидеров, тех, кто строит карьеру, великолепными круизами. Это зимний круиз по Персидскому заливу из Дубая, шикарнейшая поездка просто. В этом году уже будет 5-й юбилейный такой круиз. В этом году также мы едем. Вот. Великолепная просто поездка. Это только для лидеров, для тех, кто строит карьеру. И для тех, кто, может быть, еще не начал свою карьеру, для них компания организует летний круиз, это по Средиземному морю, также великолепнейшая поездка, то есть это и Барселона, и Рим, и великолепная, просто великолепнейшая поездка.
Поэтому, дорогие друзья, компания делает для своих клиентов все возможное, чтобы мы здесь и зарабатывали, и хорошо отдыхали. То есть, ну, действительно, компания для нас делает очень-очень много. Поэтому, дорогие друзья, ну, mGoldex действительно поможет вам достичь, ну, не только ваших финансовых, но и самых таких, знаете, амбициозных жизненных целей. Поэтому, дорогие друзья, если вам нравится такой бизнес, то добро пожаловать в mGoldex. На этом... Все коротко то, что я вам хотел рассказать о тех возможностях, которые есть в компании mGoldex. Более подробно мы сегодня поговорили о бонусной программе. Ну а сейчас я в вашем распоряжении, можно задавать вопросы в чат. Пока готовятся вопросы для новичков. Ага, так, вот, хорошо, давайте вопросики. Итак, Ксюша, что значит административный офис? Что значит административный офис? Не очень понял вопрос. Компания сохраняет свое название. Итак, давайте по порядочку. Что значит административный офис? Ну, сейчас вы видели, наверное, на сайте, это уже давно. У компании имеется два адреса, две разные фирмы. Я буду, дорогие друзья, я буду останавливать чат, чтобы я успевал отвечать на все вопросы. Потом я открою чат, вопросы продолжим. Итак, компания давно планировала, на конференции в Мюнхене в ноябре это было объявлено, что компания будет преобразована в холдинг. Сейчас вот это уже все началось, то есть все пошло. Первое, да, то есть головная компания, головной офис, штаб-квартира компании будет теперь в Швейцарии, в Женеве. Эта фирма будет заниматься исключительно золотом. Продажа, покупка, поставка и так далее. Другая фирма, которая называется MGX Limited, то есть вы видели в контактах на сайте, это фирма, которая занимается обслуживанием клиентов. Регистрация, офисы, служба поддержки и так далее, и так далее. Вот что значит административный офис, да, который находится вот здесь, на Сейшелах. То есть там... В принципе, на Сейшелах там никого нет, можете там никого не искать. То есть это просто фирма, которая там зарегистрирована, она не занимается какой-то финансовой деятельностью, да, то есть это фирма, которая занимается исключительно обслуживанием клиентов, получает деньги от, скажем, от головного предприятия, да, там на зарплаты им и так далее, и так далее. То есть фирма занимается обслуживанием клиентов. Компания сохраняет свое название. Ну, что значит, какая компания сохраняет свое название? Как-то, Лариса, не конкретно, некорректно, скажем, поставлен вопрос, что значит сохраняет название. mGoldex, да, mGoldex сохраняет, почему нет? Все сохраняет. Единственное, что был поставщик золота mGoldex Trade MCC, стал поставщик золота другой. Вот. А так что поменялось? Ничего не поменялось, все на месте. Так, Влад Немцов, мог бы я здесь разместить ссылку на мое видео? Нет, мы тут ссылок никаких не даем. Мы тут ссылок никаких не даем, Влад. Ни контактов, ни ссылок, ничего. Так, Эндрюс, как лучше всего объяснить, что mGoldex находится теперь в Швейцарии? Почему у mGoldex теперь другой фирма. Как объяснить? Ну, знаете, жизнь не стоит на месте, да, фирма расширяется, разрастается, как объяснить? Ну, все, вот была фирма в Дубае, теперь фирма переехала в Швейцарию, а как объяснить? Фирма была у вас в России, вы захотели открыть, не знаю, в Англии, так в чем проблема? Как объяснить клиентам? Да так вам удобнее, вот и все, так лучше и для вас, и для клиентов. Как еще объяснить? Очень просто, все тут, какие объяснения. В Дубае лицензия действует до мая месяца, но дальше компания лицензию не продлевает, то есть нет необходимости. Компания не будет торговать больше дубайским золотом. В принципе, что здесь объяснять? В Швейцарии все, теперь компания в Швейцарии.
То есть магазин М. Голдекс переехал в Швейцарию. Все. Будет запись конференции. Я Ольга, не записывал сегодня. Может быть, кто-то из участников конференции записывал. Надо будет спросить. А где на сегодня в Европе находится офис М. Голдекс? В Мюнхене или в Женеве? В Женеве. Офис М. Голдекс. Тоже хороший вопрос. Итак, скажем так. Головная компания, поставщик золота, находится в Женеве. В Мюнхене находится административный офис. То есть, о каком офисе вы говорите? Юридический, да, регистрационный офис, либо репрезентативный. То есть, о каком офисе? Вы как-то конкретизируйте, пожалуйста. Юридически компания находится в Женеве, в Швейцарии. Все. Теперь это швейцарская компания. Хороший вопрос. Да, это швейцарская компания, но это будет холдинг, состоящий из нескольких компаний. Сейчас входят две. То есть головная компания находится в Швейцарии. Одна из компаний, которая в составе холдинга, находится на Сейшелах. Скоро будут и другие компании в других странах. Поэтому как можно сказать, швейцарская это компания или не швейцарская? Если М. Голдекс откроет в России, да, свое представительство, я не знаю, будет называться там, может быть, МГХ Россия, и как тогда это, как это сказать, это российская компания или какая? То есть здесь это холдинг. Холдинг будет из нескольких компаний. Поделитесь впечатлением о конференции в Новосибирске. Евгений, замечательно прошла конференция. Жаль, что времени было мало, то есть можно было, конечно, побольше, то есть поделиться своим опытом, знаниями, то есть какими-то техниками, методиками, но я думаю, что мы это наверстаем еще будут конференции, еще будут семинары, вот. Но прошло все великолепно, я думаю, что участники конференции остались довольны, я, допустим, доволен, то есть большое спасибо, что пригласили меня. А также был у нас директор компании там на конференции. То есть все прошло великолепно. Вот. Действительно великолепно. Так, когда будут эти слайды for people? Да, будут попозже, будут. То есть все мы разместим на for people. Так, Андрюс, можно ли так заполучить вашу презентацию? Хочу эту презентацию дать своему человеку. Да, можно будет. Я запишу презентацию, будут и слайды, будет и видео. Вот. Через несколько дней будет все на For People. Так, вот Немцов. Есть ли документы, подтверждающие, что бонусные вознаграждения не облагаются налогом в Германии? Да, это есть. Можно, Влад, можно посмотреть. Да, в интернете просто набрать. Буквально сегодня я видел это, что все это есть. Ну, даже легко понять. Вот вы же в Германии живете, да? Скажите, вам за пункты, которые вы собираете, не знаю, в Лидле, допустим, в галерее Кауфхоф, вас что, там налогами эти пункты облагают? Да никогда. То есть бонусы не облагаются налогами в Германии, это же логично. Так, Людмила, невозможно временно войти на веб-страничку, это связано с новшествами в компании. Так, секунду, сейчас попробуем. Сейчас попробуем войти, почему невозможно? Секунду. Заходим. Самому интересно. Так. Секундочку, сейчас попробуем войти. Войти. Не знаю, я вхожу, все работает. То есть не вижу каких-то препятствий, все нормально. Все работает. Так. Так, Светлана, когда будет начисляться очередная выплата, можно попросить в личном кабинете компанию разместить слитки определенных заводов? Нет, вы так не можете сделать, потому что в каждом заказе покупаются определенные слитки. Если у вас заказ Golden Link, там покупаются слитки только Golden Link от Argor Heraeus. А вот когда вы получаете бонусы по лидерской программе, свои бонусы, вы можете на эти бонусы покупать любые слитки, какие хотите, любых заводов, то есть какие вам больше нравятся. Так, Эндрюс, есть ли в YouTube ваша новая презентация, где
Включено. Свет. Пока вот этой новой еще нет, потому что я еще не записывал как бы видео. Я только буквально вот приехал вчера из Новосибирска, и буквально вчера вот, ну, как бы официальные вот эти все объявления от компании, да, о том, что переезжает MGoBlack в Швейцарию, поэтому я еще пока видео просто не успел физически. Я запишу, и все будет на YouTube, будет for people, все будет. Так, Александр, что делать со старыми презентациями там, где DMCC? Удалить их просто, я уже все поудалял. То есть, ну, во-первых, эта информация уже устарела, то есть к DMCC теперь MGoBlack отношения не имеет, да? То есть MGoBlack теперь в Швейцарии, поэтому надо просто поудалять и все. Но я рекомендую даже это сделать, чтобы вы не вводили людей в заблуждение своими вот этими презентациями с DMCC. Вот. То есть отыщите свои ролики, отыщите свои, может быть, какие-то посты там, где-то вы писали что-то, и поудаляйте. Потому что если вы оставите как бы это, да, получается, вы вводите потенциальных клиентов в заблуждение. Это уже обман, это уже серьезно. Поэтому лучше поудаляйте. Я удалил. Так, что случилось с Gold Silver Physical Metals? Зина, ничего не случилось, все нормально, на месте. Вот, все нормально, работает фирма. А что с ней должно случиться? Gold and Silver Physical Metals – это отдельная фирма со своим там, продуктом, со своими клиентами, со своей системой продаж. Это отдельная фирма. Так. Global Swiss Trade – это название холдинга или магазина? Это название фирмы, которая поставляет золотые слитки для клиентов MGoldex. То есть, если вы зайдете в контакты, да, посмотрите, то там написано Gold Provider. Да? Вот как раз эта фирма. А так, еще вопросики, пожалуйста, дорогие друзья, давайте. Так, можно ли мне получить доступ for people? Конечно, конечно, можно. For people это бесплатная система. Ну, конечно, она не бесплатная, да, то есть в любом случае все стоит денег, но для клиентов MGoldex она бесплатная. Пожалуйста, берите, пользуйтесь, да, там все есть. Там есть материалы, там есть пошаговое обучение, там есть продающие страницы. Вот, мы, конечно, будем улучшать это все, да, все эти сервисы, все будем улучшать. Сейчас, соответственно, на For People обновим всю информацию, вот, в связи с расширением компании, поэтому заходите, да, регистрируйтесь и вперед. Страничка личного сайта не открывается. Не знаю, все открывается, Ирина, что-то у вас там не так. Личного сайта не открывается. У всех открывается. Что-то у вас не так, вы проверьте на всякий случай интернет, почистите куки в браузере на всякий случай. Вот, что-то у вас там какой-то глюк. Вот. У всех все работает. В Бишкеке есть магазин вашей компании. Нет, в Бишкеке нет. Вообще нигде нет магазинов нашей компании, потому что компания торгует онлайн через интернет. То есть, если вы пройдете, не знаю, в Москве, в Дубае, в Женеве, то вы нигде не увидите магазины с вывеской MGoldex или что-то подобное. То есть, компания торгует исключительно через интернет. Будет ли возвращено золото или деньги? Не очень понял вопрос, будет ли возвращено золото или деньги. Что это значит? Конкретизируйте. Золото или деньги. Не очень понял вопрос. У меня тоже не открывается. В каком хранилище будет сохраняться слитки? Итак, ну, по крайней мере, компания продолжает работать с хранилищем, которое в Цюрихе, Виамат называется, но, скорее всего, будут еще какие-то другие. Вот. Я думаю, там же в Швейцарии, скорее всего. А сейчас пока идет такая, знаете, техническая работа, такая рутинная, то есть это заключение договоров с банками, с хранилищами и так далее, и так далее. Но я думаю, где-то неделю-две, и уже когда все будет вот-вот-вот-вот, все полностью ясно и понятно, да, то есть уже будем знать, какие хранилища. Но я думаю, что Виамат останется в любом случае. Так, Екатерина, и вот так, добрый вечер. Учредитель тот же. Дорогие друзья, учредители давно уже поменялись в компании, давно поменялись.
Кто там учредитель, я не знаю, и никто и вам не скажет. Вот. Я знаю, что, как сказал директор, учредителями являются физические и юридические лица. Вот. Ну, по большому счету, компания представляет из себя акционерное общество, учредителей там нет, там есть акционеры. Так вот, акционеры – это физические и юридические лица. Так, Рафаэль, могу ли я доплатить свой заказ с кредиткой? Я в Брукин. Оплатить или доплатить заказ кредиткой? Я думаю, что можно. Почему нет? Можно. То есть компания принимает оплаты через карты. Можно. Ну, по крайней мере, вы можете попробовать, то есть как это работает. Единственное, что оплата через кредитные карты идет через First Swiss Card, вот, и First Swiss Card с некоторыми странами не работает. То есть я вам рекомендую зайти, по крайней мере, вот в MGoldex, в мои финансы, и посмотреть, как там. Там есть список стран, с которыми First Swiss Card не работает. Так, Станислав, слайды for people будут смешанные, то есть 15-местные столы, 7-местные в презентации или только 7-местные. Ну, дорогие друзья, я про 15-местные, как вы видели, я сегодня вообще не говорил. Вот. Я показываю самый лучший вариант, который есть. То есть быстро, эффективно, выгодно. Вот. Если вы хотите рекламировать 15-местные столы, пожалуйста, я не против. Но я рекламирую, показываю те возможности, которые наиболее эффективны. Так, For People это только русская платформа. Да, пока это все работает только на русском. Со временем посмотрим, будем другие языки добавлять. Вот, пока это только для русскоговорящих клиентов. Александр, планирует ли компания сделать возможность пополнения счета через карты Visa и MasterCard? Так это уже работает, можете пополнять. Все работает. Через Visa и MasterCard можете пополнять без проблем. Так, будут ли проводиться обучающие вебинары о работе в личном кабинете, выводу денежных средств разными способами? Светлана, там, знаете, там не нужен какой-то вебинар или обучение. То есть, если вы хотите сделать вывод средств, то есть заходите в личный кабинет, кликаете «Вывод средств», да, выбираете, какой вариант вы хотите, там, на карту или на банковский счет. Все, там все понятно. Вбиваете реквизиты, кнопочку «Вывод средств», все. Деньги отправляются. А сколько стоит пластиковая карта? Карта First Swiss Card стоит, по-моему, 50 евро. То есть это сама карта, доставка, там, почта, ну и так далее. 50 евро, если не ошибаюсь. Можете зайти посмотреть в личный кабинет, кликните там «Мои финансы», «Карта», и там есть цена. Я, по-моему, заказывал за 50 евро. Но я заказывал давно. Я думаю, что цена не поменялась. Так, Светлана, где можно еще посмотреть открытое представительство в России? Будет ли открыто представительство в России? Ну, я думаю, что в России вряд ли будет открыто какое-то представительство или какая-то фирма из холдинга MGoldex. Вряд ли. Потому что в России, как я говорил, проблема с НДС и проблема с налогами. То есть, если открыть представительство в России, то, соответственно, клиенты из России будут покупать через это представительство на 25% там дороже золота. Какой смысл? Зачем? Так, на сайте есть раздел реклама, там есть у клиентов свой сайт, он по техническим причинам не работает. Уважаемые клиенты, доводим до вашей сессии. В течение ближайших дней. Может быть, да, может быть, что-то там меняют, что-то дорабатывают. В принципе, все возможно. Все возможно. Так, где теперь конференция будет проходить? Мюнхенская. Да там и будет проходить, почему нет? Вот. Я думаю, там и будет традиционно. Ну, посмотрим. То есть руководство решит. Почему бы нет? В Мюнхен, я думаю, ну как бы и клиентам проще приезжать, чем в Швейцарию. Но с другой стороны, ну посмотрим, посмотрим. То есть сейчас пока я говорю только вот эти вот все технические вопросы решаются, а потом уже посмотрим, где будет конференция. А вы хотите, чтобы была в Женеве конференция? Можно в Женеве провести, почему нет? Все возможно. В Цюрихе, в Женеве можно. Так,
Пробовал пополнить счет в личном кабинете, нет такой функции, банковский перевод или OkPay, и тот исчез. Но я думаю, сейчас все компании добавят, потому что, насколько я знаю, даже убрали некоторые реквизиты банковские, то есть вот по обычным банковским переводам, потому что там стоял и получатель, там им Голдекс и так далее, то есть это уже ну, не совсем корректные реквизиты. То есть через несколько дней, я думаю, будут все вот эти варианты уже на новую фирму. Все подключат. Ну, я думаю, что даже будет еще больше этих вариантов по оплате. Так, как регистрироваться for people? Вам надо получить у кого-то ссылочку для регистрации, вот, и по ней зарегистрироваться. Так, все работает, кабинет открывается. Ну вот, я говорю, все работает. Так, ну что ж, еще вопросы, дорогие друзья, то есть несколько минут у нас есть. Хотим конференцию в Женеве или в Цюрихе? Ну, я думаю, решаемый вопрос, почему нет? Я думаю, что в Женеве, да, ну, более как-то, скажем, там и офис, и есть что посмотреть. Я думаю, решаемый вопрос. Надо поставить перед руководством задачу сделать конференцию в Женеве. Я думаю, все решаемо. Так, будет ли возвращено золото или деньги, если не бу? Так, секунду, остановлю чат. Так, если не бу. Непонятно. Так, спасибо, Олег, замечательной презентации, подробное разъяснение, успехов всем в бизнесе. Взаимно, Людмила. БМП. В Женеве, хорошо. Хотим конференцию в Москве. Пожалуйста, то есть, ну, конференцию в Москве вы должны организовать сами, то есть, как бы лидеры, они сами на местах организовывают конференции. Единственное, что вы можете пригласить других лидеров, можете пригласить руководство компании на свою конференцию, но организовать вы ее должны сами. Так, если люди стоят в 15 местных столах, как им быть? Как им быть? Не очень понятно. Допустим, у меня не очень понятен вопрос. Скажем, у меня есть заказ с предоплатой 540, это 15-местные столы. У меня есть заказ мини в 7-местных столах. У меня есть заказ Golden Link с предоплатой 1050. И в чем вопрос? Как им быть? Можете открыть другой заказ, можете этот продолжать. То есть варианты любые. В Мюнхене можно будет получать золото. Да, конечно, конечно. То есть в Мюнхене можно будет получать. Итак, ну, по конференции в Москве я сказал, пожалуйста, организуйте, вот, и если хотите, чтобы приехало руководство, надо согласовать дату предварительно, вот, и вперед. Так, когда следующий вебинар? Вебинар у нас проводится каждый день, по два вебинара в день, расписание есть на 4People, пожалуйста, смотрите. Мои вебинары по вторникам, то есть каждый вторник мои вебинары в 20:00 по московскому времени. Хорошие новости, замечательные новости, я согласен, действительно новости хорошие, спасибо, очень интересная презентация. Так, а вы приедете? Да, я приеду, если пригласите, я, конечно, приеду. Откуда вы получаете всю информацию, что можете отвечать нам на вопросы? О, ну, во-первых, я не первый год в этом бизнесе. Вот. Во-вторых, я ну, всегда поддерживаю как бы, контакт, связь с руководством. И, ну, соответственно, как бы располагаю информацией, то есть как бизнес работает, может быть, какие-то новости и так далее, и так далее. Так. Можно ли пользоваться OkPay картой в Литве? Да, я думаю, можно, почему нет? Конечно, она везде работает. Так, организуем в Москве. Замечательно, Марина, хорошо. Так, 15-местном продолжает работать, как и прежде. Да, конечно, все работает, как и прежде. То есть, маркетинговая программа, ничего не поменялось. То есть, единственное, что онлайн-магазин переехал в Швейцарию, и все. Был онлайн-магазин зарегистрирован в Дубае, теперь в Швейцарии. Остальное ничего не поменялось. В Москву вы приедете, если будет семинар. Да, я приеду, приеду обязательно. Почему вебинары проводят только лидеры компании? Можно будет увидеть руководителей. Ощущение, что сами себе режиссеры. Светлана, руководство компании не занимается обучением
То есть сама компания занимается продажей и покупкой золота. Все. Вот. Сами себе режиссеры, пожалуйста, можете сделать свою презентацию. То есть у нас как бы нет каких-то ограничений строгих. Единственное, что вы не должны искажать информацию о компании, о маркетинговой программе. А так, пожалуйста, сделайте презентацию и вперед. То есть у нас нет каких-то ограничений. Мы не сетевики, нас тут никто не заставляет, не обязывает, у нас нет каких-то там договорных отношений с компанией, то есть мы не на работе здесь, не наемные работники, вот, поэтому мы обычные клиенты. Поэтому, как вы считаете нужным преподносить информацию о бизнесе, о золоте и так далее, так и делайте. Вот, то есть вас никто не ограничивает. Но, как я сказал, чтобы не искажалась информация о компании, о продукте, о маркетинговой программе, чтобы она была правильной, точной, достоверной. Спасибо, все здорово, спасибо за презентацию. Спасибо, благодарю. Хорошо, спасибо вам, дорогие друзья. Ну что ж, я также всех благодарю, что нашли время сегодня. А, дорогие друзья, как я обещал, для новичков, для тех у нас, кто сегодня первый раз, да, я хочу показать слиточки, те, которые мы приобретаем в MGoldex, да, то есть у меня вот такая есть красивая коробочка, вот так она открывается, и здесь я храню слиточки, небольшие, именно для презентации, то есть когда хожу на встречи к клиентам. Какие слитки мы приобретаем в MGoldex? Ну, вот такие слитки, Emirates Gold. Вот в такой упаковочке такие слитки с дубайской розой, символ Дубая. Ну, такие слитки вы уже в MGoldex не купите. Да? У меня вот есть, это уже эксклюзивная вещь, скажем так, да, то есть я сохраню для истории. Такие слитки уже компания не продает. MGoldex не продает такие слитки. Итак, сейчас компания продает вот слиточек вот такой Хераеус. Вот так он выглядит, такая упаковочка. Допустим, вот этот слиток у меня 20 грамм, да, есть такой же поменьше слиточек. Есть слитки Мюнцестерайх, это монетный двор Австрии, вот так выглядит. То есть вот в такой упаковочке. Ну, вот здесь, как я говорил, сейчас я поближе покажу. Вот здесь на обратной стороне сертификат, сертифицированы слитки ЛБМА, то есть каждый слиточек. Есть у меня вот такие слитки от Аргор Хераеус, черная упаковка, вот так они выглядят. Золото во всех слитках высочайшего качества, 4 девятки, но единственное, что отличается производителями. Да. Разные аффинажные заводы упаковывают свои какие-то фирменные пластиковые упаковочки. Вот. Номерные слиточки, все как надо, все качественно. Вот. Ну, отличается просто упаковочка и заводом-изготовителем. То есть все реально, все работает. Поэтому, дорогие друзья, покупайте золото, зарабатывайте в MGoldex. Все работает, все абсолютно реально, все проверено временем, все надежно, все законно, все великолепно. Ну, в заключении могу всем пожелать здоровья, успехов, благополучия, процветания. Сегодня с вами был Ульянов Олег, компания MGoldex Испания. До следующей встречи, мои вебинары по вторникам. До свидания.